Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Max Payne. Это у нас, судя по всему, будет последняя часть, потому что мы уже, в принципе, практически добрались до своей конечной цели, до Владимира. Он у нас находится в том же здании, что и мы. И убежать ему отсюда, я так понимаю, особо не удастся. Так что давайте отпаузим игру. Да, собственно... Побежали дальше получать свинца в свою тушку. Последняя серия, адрес неизвестен. Головокружительный финал невероятных событий. Самая последняя серия фильма «Адрес неизвестен». Ну давай, это мне тоже нравится. Пэппл в стихотворении «Кто-то снова носил мое лицо» писал. И я в зеркальном зале, построенном лжецами, лишь бледное подобие себя. Я сбежал из психиатрической клиники «Розовый фламинго». Я заблудился в Нуар-Йорке. Я не мог найти дорогу домой. Джон Зерка превратил меня в убийцу. И я стал им, Джоном Зерка. А может быть, всегда был? Джон Зерка? Да, это он. Это Джон Зерка. Добро пожаловать на следующий уровень. Че, все? Да уж, сюжетик здесь, конечно, что надо. Так, ну что, все? Да, все. Оказалось, что он и был Джоном Зерка. Ой. Как-то он странно улетел. Но это начало серии, поэтому я просто обязан умереть. У нас это канал, он уже такой, то есть... Огребаешь. Ой, подожди. Нехорошо я сохранился. Там Дик Джастис показывает. А мы его что-то особо не смотрели. А, нет, это просто реклама. Так, сохраняемся и пошли наружу. Откуда? Ой, это не к добру. Мне похоже вниз. Готов. Тихо, что это там такое? Да блин. Ох, полетел. Обалдеть. Так, ну хорошо. Макс. Вот он в своем бункере, в задней части особняка. Фирмачевая музыка пошла. Это впереди. Увидимся там. Вроде все. Подо мной, если кто еще. Тупик. Черт. Дай мне. Сюда. Мона знала дом как свои пять раз. Она работала на Уотера. Влад не солгал. Мона, стой.
Погоди. Такова любовь. Когда тебя спасают после крушения, вытаскивают из последних глубин отчаяния. Просила же сюда не ходить. Разбираться со здешним бардаком, включая тебя, моя забота. Брось оружие. Такова любовь. Когда тебе, несмотря на все преграды, возвращают надежду, свободу выбора, позволяют опустить оружие. Видишь? Я не могу. Макс, сукин ты сын. Такова любовь. Любовь зла. Надеялся, что вы сами друг друга застрелите. Ну ладно, зайдет и так. И снова я в исходной точке. Сдохни, наконец, не делай из меня идиота. Стой. Я виноват. Ну хватит. Засевшая у меня в голове пуля сместилась на роковую долю миллиметра. Бомба сработала. Такие дела. Произошло уже слишком много убийств. Я только начал. Лучше быть царем в аду, чем рабом на небесах. Ты себя льстишь. Больной безумец! Во мне закипало знакомое чувство. Я ненавидел его. И приветствовал. Все снова стало ясно. Никаких двусмысленностей, никаких вопросов. Никогда нет ствола, когда он нужен. Осталось только одно дело. Я должен был отдать Владу его пистолет. Пуля за пулей. Ну все, все, Владимир. Задержите его и дайте пистолет. Так, хорошо. Ой. Можем разойтись по-любому. Просто женщины больше не путаются под ногами. От них только проблемы. Он включил бомбы. Конечно. Бункер, бункер, сейчас все взорвется. Да, блин, у меня патроны кончились, с нефа на. Да. Он за мной! Задержите его! И дайте пистолет! Ой, блин, по взрывчатке стрелять не нужно. Да, это будет дело. Обе не сюда. Понятно. Нет, я, похоже, не очень удачно сохранился. Так, куда идем? Куда нафиг идем? Понятно. Так, блин, еще птенец стрелял. Хорошо, хорошее такое сохранение у меня получилось. Куда дальше-то? Ну, хана, да. А, понятно, все понял. Ну как понял? Нет, не понял. Ладно. Так, что делать-то? Возможно, мне сейчас нужно отступить. Да, бляха-муха. Ой, вот это меня взорвёт сейчас. Ну да, ну почти. Блин, короче, понятно. Да, всё равно цепляет, ты посмотри. Так, ладно. Что тогда мне делать? А, нужно успеть закрыть, видимо. Так, тогда давайте, знаете, я не знаю. Только про...
укрытие. Шучу, конечно. Бункер, бункер, сейчас все взорвется. Все хорошо. Наконец-то я понял, что надо делать. Так, сохраняемся. Нехило так тут рвануло. Просто разнесло все в клочья. Так, видимо, вниз туда нужно идти. Да, очевидно. Блин, тут опять где-то бомба, что ли? Ой, камни скинули. Там тоже все плохо. Хорошо. Да, блин. Да, концовка у нас что надо. Успел меня зацепить. Так, понятно. Сохраняемся. 9 патронов на калаше, это, конечно, не очень много. Но бывало и хуже. Так, вроде пока больше никого. Сохраняемся по-быстрому. Ой-ой-ой-ой-ой, вы что, издеваетесь, что ли? Офигеть. Так, подлечимся. Да кто там снизу-то успел прийти? Отовсюду прут. Вот это вот уже пошел хардкор. Вот это вот уже самое оно. С тобой, Макс! И когда же ты наконец сдохнешь? Ты же ненавидишь жизнь! Ты постоянно подавлен, ты боишься хоть немного ей насладиться! Признай, ты с таким же успехом мог бы быть мертв! Сделай себе одолжение! Сдайся! Так, сохраняемся. Эй! Что дальше? А, вот, смотри. Оп. Ох, ты посмотри, что творится. Эй. Так, ну ладно, пошли. Так нормально, я думаю, будет. Куча всего хорошего. Позвонили сенатору Альфреду Уодену. Пожалуйста, оставьте сообщение. У вас 3 новых сообщения. Уоден, это Макс Пейн. Надо поговорить. Сдается мне, вы мой должник. У вас 2 новых сообщения. Альфред, я же говорила, что это плохая идея. Я понимаю ваше раскаяние, но это не поможет Максу, а только усложнит ему жизнь. Я не уверена, что смогу это сделать. Я говорила, что у нас был роман. Черт, я с ума схожу по этому парню. Я не уверена, что смогу закончить это дело. У вас 1 новое сообщение. Я собираюсь убить тебя, старик. Ты знаешь, как довести меня до ручки, а? Ты что, умер бы, если бы хоть раз сказал спасибо? Или... Влад, сын мой, можно я буду называть тебя так, ведь я люблю тебя как сына? Влад, сын мой, ты настоящий гений, все, до чего ты дотрагиваешься, превращается в золото. Хотя, пожалуй, ты бы скорее умер. Я делаю за тебя всю грязную работу. Можешь гордиться. Я усвоил все, чему ты меня учил. Я скоро докажу тебе это.
У вас нет новых сообщений. Так, все похоже. Мона втюрилась в Макса. По самое не балуй. Очень много их связывает. Но в результате финал довольно печален. Макс теряет всех девушек. Всех своих женщин. И сейчас кто-то за это ответит. Так, ну здесь у нас Уоден, похоже, обитался. Нехило у него тут. Прям-таки серый посредник. Или теневой, как там его был в Mass Effect. Так, понял. И как же мне подниматься? Вот так, видимо. Давайте пока она опускается, мы лучше тут подождем, потому что она что-то берега теряет, шарашит по нам, а мы его убить не можем. Он шкаф передвинул. Да, ты что творишь-то? Дважды разнес мой ресторан. Ты бываешь таким неуступчивым, таким фанатичным, Макс. Верни назад. Ты умрешь из-за этого. Да, блин. Ты посмотри, он выскакивает и в ту же долю секунды попадает в меня. Ах. Да, бляха. Ну-ка, не нажимай кнопку. Скотина. Внес мой ресторан. Ты бываешь таким неуступчивым, таким фанатичным, Макс. Однажды ты умрешь из-за этого. Так, сохранимся. Так, все, полегчало, нет? Да, блин, посмотри. Блин, да просто сносит, что мне делать-то? Так, сейчас она доедет донизу. Мы сохранимся и будем что-то пробовать по новой. Да он меня сейчас опять убьет. А, нет, ушел. Хорош, ладно. Что-то дополучилось. Жизни, конечно, мало, зато патронов куча. Ну, давай быстрее. Так, ну все. Отбегался ты, Лем. Похоже, последняя комната. Макс, я о тебе не забыл. Так, ладно, я совершенно не помню, что тут делать, в отличие от первой части. Внизу, все в порядке. Ты. Так вот, как ты хочешь поиграть, кот. Думаешь, потянешь на плохого парня, Макс? Надеешься перехитрить меня? Так, тихо. Что это нам дает? Кто-то начинает злиться. Ты не забыл поужинать, Макс? Эй, лови пирожок. Что это нам дает? Берегись сверху, Макс. Так, тихонько. Может, мне в нее попасть надо?
Ну-ка, давай, кидай. Ой, явно нет. Так, осталось догадаться, что стало делать, и все у нас будет хорошо. Тихо, у нас дверь, что ли, открывается? Ой, понятно, больше я сюда не хочу. Ну, ясно. Так, что мне с ним делать? Сейчас будем думать. В первой части нужно было отстреливать опоры, и потом... Огромная антенна падала. Так, ты вчера долго грузишь. Все в порядке. А что же делать? Эй, старик, ты себя не понимай? Ага! Все понятно, но теперь у тебя шансов особо уже нет. Так, плохо я сохранился, прям у меня антизрывчатка. Ой, блин. Так, ну полдела сделано, осталось догадаться, что делать теперь. Мне хана. Нет еще? Пол скальпа осталось, ну теперь все точно так, да. Ну понятно уже. Так, два готова. Да, давай, ты не упала. Так, спокойно. Хорош. Сейчас подожду, пока наберется по новой. Я, в принципе, последний буду сносить. Ну что, братья, все? Ладно, сохраняемся. Жизни вообще прекрасно, у нас очень много. Так, а теперь может я просто убивать надо? Вот там сам себя сейчас, похоже, сожжу. Блин. Ладно, геморрой не будет, босс. Похоже, молодец, давай-давай. Своими руками, как говорится. Ой-ой-ой, блин, а? Ой, что мне летит. Ах, так, ладно. Придется много монтировать. Все это вырезать. Все, что ли? Это было... Макс, мой дорогой друг. Я должен был быть героем. Сдохни. Наконец-то он сдох. И отдать жизнь за самое дорогое, за любовь, за верный выбор. Благодаря ей я распутал дело, понял все, в том числе себя. Все будет хорошо. Черт, не вышло из меня сильной женщины. Пуля в ее мозгу проделала, наконец, свой замедленный путь. Не зевать! Заходим! Пошел, пошел! Скоро рассвет. Прощай, американская мечта. Господи! Что за дьявол тут поработал? Горы трупов.
Теперь она моя навеки, как все, кого я любил. Благодаря ей я сейчас здесь. Смотрю назад сквозь остановившееся время и, наконец, ясно вижу себя. Вижу. И обретаю новую жизнь. Сюда! Все сюда! Осторожно! Ого! Тут один шевелится! Детектив Пейн? Он жив! Врача сюда! Скорее! Он жив! Мне снилась жена. Она была мертва. И все было в порядке. Такая вот концовка. Ну что я могу сказать? Это было, по-моему, прекрасно. Это был, по-моему, просто великолепный образчик шутера от третьего лица. Что-то даже титров никаких не было, странно. Как бы там ни было, короче говоря, что я хочу сказать. На мой взгляд, Макс Пейн 1 и 2 в этом жанре так никто и не превзошел, хотя была просто куча разнообразных хороших игр. Но вот именно по ощущениям от стрельбы, по механике, по-моему, даже никто не приблизился. Это было прекрасно. Я с большим удовольствием прошел эту игру. И вот эта концовка, в которой Мона погибает, она, на мой взгляд, единственно верная. Потому что все-таки это Макс Пейн, это постоянно такая вот тяжелая история, трагичная. И именно сюда гибель Мона очень хорошо вписывалась. Есть концовка хорошая, в которой Мона выживает. Но, как мы видим, по третьей части это именно что такая секретная концовка, потому что в третьей части никакого намека на Мону нет. Макс Пейн там спившийся, ну, натурально алкаш, потому что была бы Мона, она бы за ним присмотрела. А так он так окончательно уже опустившийся старикан с пузом лысый. Ждем третью часть. Надеюсь, что она будет как минимум хорошей игрой, потому что это все-таки Rockstar. Повторюсь, я на нее прохождение делать не буду, скорее всего, потому что с ней будут наверняка определенные проблемы в плане правообладателей, которые... Игра от Rockstar, постоянно с ними какие-то вот именно, я не знаю, трудности. Очень многим просто не разрешают эти игры выкладывать, прохождение. Не знаю, посмотрим, но скорее всего 99,9% что от прохождения лично от меня не будет. Сейчас, я думаю, я покажу вам хорошую концовку. То есть, ну, найду в интернете, скачаю, прикреплю к этому видео. Чтобы вы посмотрели, чем еще может кончиться эта игра. А так, в принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это прохождение, потому что мне оно понравилось очень. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока. The past is a gaping hole. Your only chance is to turn around and face it. But it's like kissing the lips of your dead love. Darkness waiting in the hole of your mouth. It was almost morning, waking up from the American dream. We are willing to suffer, to die for the things we care about, for love, for the right choices. Because of her, I had solved the case, my case, all of it. Who I am. Is it worth it? Saying that it never is would be a lie. Sometimes you get lucky. Sometimes something good comes out of it. Something you know you wouldn't deserve in a million years. God. I turned out to be such a damsel in distress. Something that gives you a reason to go on. NYPD, freeze! Easy! Don't move! We need a paramedic team here. We have 2 survivors. I had a dream of my wife. She was dead, but it was all right.